На улице Физкультурная кипит работа. На вооружении у дорожников самые современные технологии и около 30 единиц техники. Дорожное полотно полностью обновили. Новые покрытия кладут уже в несколько слоев, что делает асфальт более прочным и долговечным. Сейчас рабочие покрывают полотно уже вторым слоем. Аслан Аздоев дорожником трудится порядка 25 лет, поэтому к каждому проекту подходит со знанием дела. Первый слой мы завершили буквально несколько дней назад. Сейчас мы укладываем второй слой асфальтобетонной смеси. В последующем тут должна быть уложена уже третий слой асфальтобетонного покрытия толщиной 5 сантиметров, завершающее покрытие. Засыпка устройства обочин из песчаной гравийной смеси, это шириной по 3 метра. Соответственно, идет параллельно подготовка съездов под устройство асфальтобетонного покрытия. Мы как только завершим на дороге асфальтобетонное покрытие, перейдем на устройство съезда. В общем, Общая протяженность обновляемого полотна 13 километров, ширина 9 метров. Трассу расширили на 2 метра, чтобы увеличить пропускную способность. Позаботились здесь не только об автолюбителях, но и о пешеходах. В скором времени на этом участке появится 1,5 километра тротуара и водоотводные трубы. На данном участке дороги не просто будет асфальтирование, но также я обещал «Автодор» осветить два перекрестка. Первый перекресток – это где психоневрологический диспансер. Второй перекресток – это около стадиона. Эту нагрузку взял муниципалитет на себя. То есть мы будем освещать, капитально делать освещение. И третий перекресток – это следующий перекресток от стадиона. Сейчас в это сложно поверить, но еще недавно поездки по этой трассе представляли из себя полосу препятствий. Узкая дорога с колдобинами и ямами создавали еще больше неудобств из-за постоянно растущего транспортного потока. Каждый день по этой улице проезжают сотни легковых машин, не говоря уже о тяжелогрузах, из-за которых асфальт постепенно просаживается. Дорога была в изношенном состоянии. Сейчас намного лучше дорога, поскольку два слоя асфальта положили. Были ямы. Просевшие места были, систематически дорога проседалась после больших грузов. А так, сейчас мы очень довольны. Эта дорога является республиканского значения. Она очень важна для всех, поскольку эта дорога связывает нашу республику с соседней республикой Кабардино-Балкарии и Осетии с Моздокским районом. Дорожники работают с опережением графика. Обещают, в конце месяца дорога будет готова к эксплуатации для всех видов транспорта, будь то легковушки или большегрузы. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.